Ребята, она хоровая. Ее нужно петь вместе с нами. Я скажу, когда. Слушаем. А мы танцуем! И наслаждаемся с праздником! Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы земле, она одна. А звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как часы затмения, ждем света и земные видим сны. И снится нам не рок, а космодром. Космическая музыка вплывает в деловой наш разговор. В какой-то дымке матовой земля в иллюминаторе, вечерняя и ранняя заря. А сын грустит о матери, а сын грустит о матери, ждет сына мать, а сыновей земля. И снится нам не роком космодром. Thank you.
Ай, молодцы. Gracias.
кассу. До три ночи не спал, кругом шла голова. А в ответ получал одни и те же слова. Да у тебя же мама педагог, да у тебя же папа пианист. Oh,
все нужно успеть. На встречу судьбе в темно-красном клубе леди мчат по Москве. На пляже все мужики хотят их взять за буйки, но ставки так высоки. When I feel heavy metal, and I am inside the dark.
It's not a problem. It's not a problem. Yeah. Woo! When I'm too heavy metal. Woo! And I am pissed at any drums. Woo! When I'm lying amazing. All the time that I'm never showing you. Oh,
Актуально. Оперативно. Объективно. Качественно. О людях. И для людей. Телекомпания «Спектр Богучаны». 25 лет в эфире. Давай что-нибудь купим, дочке. Ты же понимаешь, сейчас не лучшее время для покупок. Дедушка, купи мне эту игрушку. Конечно, куплю, внученька. Когда я работал, у меня была официальная зарплата, а теперь хорошая пенсия. Папа, а почему ты мне не купил эту игрушку? Понимаешь, доченька, я сломал руку, а больничный мне не оплачивается. Лобзик электрический 999 рублей. Только в строймаркете «Самолет». Строймаркет «Самолет». Село Богучаны. База «Виктория». Спорт – лучшая пропаганда здорового образа жизни. В крае построено 15 новых физкультурно-оздоровительных комплексов. Открытый легкоатлетический манеж в Ачинске и футбольный манеж в Красноярске. Команда губернатора «Стабильность и развитие». Хочу на море. И правда, дорогой, мы так давно не были в отпуске. Ну сколько раз тебе говорить? Я получаю зарплату в конверте, и такого понятия, как отпускные, для меня нет. Получая зарплату в конверте, ты теряешь больше, чем получаешь.